Всем привет! В Москве заработает школа социального волонтерства. Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Сейчас расскажу подробнее. Школа социального волонтерства откроется в Москве 18 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города. Программа рассчитана на тех, кто хочет стать волонтером, и для тех, кто уже давно этим занимается. Работники и руководители социально ориентированных некоммерческих организаций также смогут пройти обучение. Участники смогут выбрать один из 8 курсов после тренинга, на котором расскажут о волонтерской помощи и развеют мифы, связанные с ней. Часть тренингов рассчитана только для тех сотрудников, которые состоят в НКО. Каждый из них разделен на модули. Сейчас открыта регистрация на 5 программ. Подробную информацию о школе социального волонтерства можно найти на официальном сайте мэра Москвы. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!